45 минут без остановки крутить педали – это очень энергоемкая тренировка, говорит фитнес-инструктор групповых программ Наталья Маракулина. За одно занятие вы сможете сжечь до 800 килокалорий, ведь в качестве топлива организм использует жировые отложения. Но самый, на мой взгляд, главный плюс этой тренировки в том, что вы максимально ускоряете обмен веществ. Помимо этого, вы теряете очень много влаги на тренировке. То есть вы можете почувствовать, что вы уже чуть-чуть похудели сразу после тренировки. Это потрясающий эффект. Кроме того, этот вид тренировки безударный, так как стопы плотно фиксируются в педалях. Поэтому занятия считаются безопасными для всех. А эффективными для всех они становятся, если выполнять главную установку тренера. Конечно, халявить на тренировке нельзя. Это значит, что на тренировке необходимо добавлять сопротивление, так как говорит тренер. Тренер знает, что вас надо вывести в анаэробную зону и на какое-то время оставить в аэробной. Это два совершенно противоположных направленных процесса, которые происходят в вашем организме. И обратите внимание, вывести себя в зону анаэробную, то есть увеличить пульс примерно до 90% от вашего максимума, вы можете только в спортивном зале. Именно профессиональные велотренажеры предназначены для увеличения выносливости сердечно-сосудистой системы. Домашние тренажеры дают эффект жиросжигания, то есть вы можете крутить педали в течение часа и примерно на 30-40 минуте и наступит это долгожданное жиросжигание.